Vamos. Всем привет. Продолжаем проходить Imperium Galactic Survival. Поехали. Решил перестроить корабль наш. Наш, какая разница. Так, чуть-чуть выставить двигатели. Скорее всего, на клетку где-то. Я думаю, так. Где там наши? 9 прочные, 22. Сначала потратим эти. Да, где-то так. Будет тяжелее. Будет тратить больше горючки. Чего надо-то? Пластина из Заксталя. Много у нас их. Ну, скажем так, хватает. И сюда, наверное, уже поставим двигатель. Так, или ниже. Может, еще на клетку? Вот сюда. А, сюда не получится. Вот сюда вот можно только поставить. Да, только сюда. Ну, сейчас посмотрим. Ну, давай уже, двигайся. Чекнем, что у нас там. Поехали дальше. Так, клетка. Ага, а там как? Одна движков. И два сюда. А, вот они. Тормоза. Здесь. И здесь. Во, теперь нужно даже полетать и посмотреть. Еще сюда сейчас добавим. Два кирпича. Как раз. Посмотрим, тормоза какие. Thank you.
добавить РСУшек еще. Это что-то он неустойчивый. Хотя 6 штук. Тормоза слабоваты. Маленький поставить, не средний, а поставить маленький на тормоза. Я думаю, должно получиться. Да, слабоваты тормоза. Еще сюда свет поставить. Здесь внизу тоже проложить. Так, вот это вот хочу убрать. Это что у нас? Если мы уберем эту, что будет? 4 двигателя как тормоза и плохо работает. Очень странно. Так, что-то у меня с чатом произошло. Сейчас, секунду. Есть, чатик пошел. Хорошо. Как вы дальше? А отсюда у нас не получится ничего, да? Может, выше их поставить? Тогда, по идее, должно получиться. Дрончик, дайте мне. И плохие тормоза.
маленький, вот маленький, да? Да, 1 на 3. И будут нормальные тормоза. 2 штучки сделаем. А эти поубирать. Оно пролезет, дрон, то есть не пролезет. Не пролезет. И нужны еще прочные стальные. Это забираем. Может, где-то есть готовые? А мы сейчас глянем. Вот. Это обычные. Один прочный. И все равно надо еще хотя бы 50 штук сделать. Тот. Ну да, где-то так. Тут надо будет чем-то прикрыть. Так, я правильно ставлю? Перед синим. Ага. Вот здесь. Это не здесь. Ёлки-палки. И что, тебя опять переворачивать? Ну, проверим. Как он сейчас будет летать. Свет. Не так много. Вот эти поубирать надо. Тут двух этих с горой. Привет, Умика. Хай. Как жизнь молодая? Решил перестроить наш кораблик. Выдвинуть чуть-чуть двигателя.
Отсюда. Наверное, мы... Да, наверное, отсюда начнем. Как бы здесь закроем. Здесь продолжим. Сразу модернизировать. Не та кнопка. Начнем, наверное, отсюда. Здесь поставим. Тихо. Мне все правильно надо было. Кнопку N. Ну. Вот так. Ага, здесь я как перейду. Симметрия. Думаешь, получится? Да, судя по всему, М, а не Н. XY. Я думал, это только в этом режиме. А ну посмотрим. Нет, нам надо какая? Нам надо. Нам надо вот такая вот. Да нет, не туда. То было правильно. Ну и типа что? Кнопка N это в режиме в творческом. Как это? Креативном. Креатив режим. Здесь survival она no. No button N. No use. Так, и как нам здесь перейти, а? Я думаю, с помощью вот этой штучки. Вот так перейдем. А, вот так вот. Выкл, выкл. XY. Ну да, наверное, да. Он ограничен каждой области. Окей. Свет.
А если здесь так поставить? А нет, здесь мы другую поставим. Здесь мы вот это поставим. Так. Да. И дальше вот эту. Не, не получается. Так не получится. Тут надо полный куб. Вот. Выйдем сюда. Где она тут? А теперь вот это вот. Не хватило. Сейчас тогда апгрейд. Зачем я вот эту поставил? Ну, не знаю. Демонтаж. Что здесь можно поставить? Здесь, здесь. Ну, такую же, наверное. Нет, сюда такая не пойдет. Какая сюда пойдет, а? Вот это может быть? Нет. Только это идет. Это тоже не пойдет. А ну еще раз. Сейчас мы вот это поставим. И там будет попроще уже. Что-то здесь не то. Во, а сюда можно, наверное, поставить вот такой вот расклад. Ну и как? О, нашел. Раньше я все еще использую эту функцию для выполнения космических аппаратов. Ну, наверное, в креативе, а не в сурвайвале. Не нравится мне вот этот кубик. Вообще не нравится. Что здесь дыра? Ну, дыра то такое. Так, внизу, короче. Внизу простые идут. Куда? Вот сюда вот. Здесь ставим вот эти вот. Назад. Тяжелый будет наш корабль.
А если здесь дальше продлить? Да, демонтаж. Что-то они так резко убираются. Это тоже убрам. Убрам. Сюда. Сюда мы поставим. А обычный. Так. Дальше здесь плоские пойдут. Вернее, скосы. Вот так вот. Здесь можно будет поставить. А здесь не получится, только так до каких-то пор. Здесь пройдет, а здесь нет. Ну ничего страшного, будет такое, такое себе. А здесь, наверное, вот такую поставим. Назад. В принципе, какая разница. Так. Сюда. Этот. А ну-ка попробуем. Ну, как-то так, наверное. Здесь надо тоже защитить. Дальше продолжать или нет? Ну давай. Так, и выйдем мы, если отсюда. Будет квадратный полностью. Ну и нормально, наверное. Закрыть ее, да и все. И не мучиться. Хотя, с другой стороны. А, не тот кубик. Или тот? Не, не тот. Куда? Хорошо, что ремонт есть. Так.
Теперь так. И еще раз. 7 осталось. Ого. Не сюда. Ну еще 60-70 сделаем. Так, а как здесь, я уже не помню. Отсюда пошла прямая, здесь кубышка. Так. Вот это скос. Угу. Здесь тоже, по-моему, куб. Куб. Нет, там скос. Скос, скос, скос. Здесь у нас... Здесь я намудрил. Ну, нормально. Этот прямой, после него идет... Ага. Вот этот идет. Так. Ага, здесь закрывать нельзя. Здесь нельзя закрывать. Это плохо. Ну, мы сейчас сюда поставим симметрию. И все. Чего не хватило? Что-то не то, да? Вот здесь надо тоже так сделать. Так, здесь так. А, тут еще одна. Да, еще одна идет. Вот.
Или все-таки позакрывать. Более толстая броня. Да. Сорян. Попробуем со всей этой фигней взлететь. Так, а откуда мы тут начинали? Прямо сразу после фонаря. Не более, а очень. Very, very fat. А, ты ж английский не знаешь. Я и забыл. Ну, ладно. Такое. Так же, как и я. Здесь два куба. Вот они, которые. Еще место осталось под что-нибудь. Вот. Может, и здесь такую сделать? Выемка. Так, здесь теперь. Здесь, наверное, все закрываем. И не морочимся. Получается что-то у нас. Чувствую, тут и двух реакторов не хватит, чтобы поднять эту всю. Так, а здесь у нас что? Ну, здесь сюда, наверное, прилепим. Так. И вот так. Закончились. Да что ж такое? Простите. Эти рожки мне не нравятся. Рожки. Рога. Так.
Так, здесь сделаем так и там сделаем так. Давай. Что там есть? Может, сюда поставить тебя? Так. Так. Это сюда уже не вылазит. Вот что-то хочется здесь поставить. Либо дырку вообще тут сделать. Ну и ладушки. Это почти как вертолет. Хеликоптер. Вот эти, наверное. Ми-25. Ми-24. Ну а зачем ему крылья? Крылья ему не надо. Забыл кнопочку поставить. Вот, ко всему блоку. Но давай. Косая прачка. А здесь я не достану, да? Внутри. Очень жаль. Да, не достаю. Ну и ладушки. Где достаю, там и красим. Рассвет идет, и ваша смерть идет. Тоже не достаю. No.
Биг. Как это площадь? Нет, нет. Я тогда все покрашу. Вот это вот все будет в краске. Вот это все. Я еще тот снайпер. Особенно на дроне, так это вообще. Двойная работа называется. Да, вот так вот. Ну, там внутри я не могу покрасить. Но здесь вот надо было. О, я же здесь еще и не красил. Не текстурировал. А будет у нас цвет такой же, серенький. Вот. Но... Так. А, вот еще две плиточки остались. И вот еще. Ну, попадай. Попадай уже. С этим вроде бы как все. Где-то наша краска. Black. Здесь еще надо текстурнуть. Пока не забыл. Правильно, правильно. Почему здесь не делается? Вот сделалось. И здесь теперь то же самое. Все равно что-то не достает. Не хочет. И вот этот же, елки-палки. Ну что, сколько можно? Ай, опустите меня. Вот этот захотел. Краска. Так. Двигатели. Сюда я подлезу? Да. Так, ну если я здесь покрасить подлез... Значит, ты к сторонам должен подлезть. Правильно? Правильно. Еще нижняя. Нижняя.
Как-то так. Все равно не хочет закрашивать все. Там уже вряд ли пролезу. Здесь все. Самое главное, чтобы туда был доступ. Я туда вообще залезу? А? Кто-нибудь знает? Так, теперь меняем текстурку. Ставим-ка мы ее, наверное, вот такую. Так, размер малый. Нет, вот так вот, да. Ух, и дрончик. Ну давай. Да ёлки. Вот. Ну-ну-ну. Цвет, ну, наверное, вот такой. Мало цветов. По всему, средний. Такой возьмем. Ай. Косая прачка. Дрон резкий, как ситро. Вот, ну и можно и здесь что-нибудь. Или не надо. Нет, здесь, наверное, не надо. Во, горит. Горит. Теперь самое главное — взлететь со всей. 22%. Что, нормально? Внизу еще надо покрасить, наверное. Тормоза есть. Чуть птичку не задавил. Ну, алло. Что-то тяжело. Сколько там время? 5 часов. Почти.
Это у нас... Ага, стоп. Вторую, вот эту. И вот эту. Так, этот сделали. Теперь надо этот отремонтировать. 4. Привет, трудяга. Привет, драгон. Здесь 4 и здесь 6. 10 штук еще надо. Да ёлки, дайте мне выйти. Десять. Ну да. Не тот. Десять. Десять малых. Да. Пускай пока делает. Мы пойдем соберем что-нибудь. Дорки. А мясо есть у нас? Хотелось бы знать. Холодильник. Ну да, и помидорки есть, и мясо есть. Очень хорошо. Значит, будем делать тушенку. И это, нет, это не сюда. Винишко, раз, два, три. Здесь на все, не знаю сколько. Этот идет, волокно идет вот сюда, 56. Ну, и как тебе? Наверное, вот так. Раз, два, три, четыре. Вот. Откуда я там начинал? А, пройти дайте, дайте пройти. Замуровали. Демоны. Вот этой, получается, ноги. Может, свет включить? Ага. А, ну да, надо же еще залезть. Вот так. Четыре. Так, что у нас там? Печи. Все уже, можно выключать. И надо, наверное, будет по чуть-чуть строить большой корабль, потому что нету магния. 6-6. Магния нету. Пулек нету. Мне интересно, как он сейчас будет ремонтировать ее.
надо еще типа заехать там. Ну и куда это меня клонит ко сну? Все, что ли? А кубики кто будет доставлять? Блин. Пулеметов нет. Да, сколько здесь было? Два, по-моему. А, четыре. Еще сверху. Сверху они тут вообще не нужны. Ну да, демонтаж, все правильно. Надо будет улучшать тогда его. В смысле брони. Зачем тут вообще пулеметы? Я ставлю. Действительно, а зачем они тут надо? Так чисто на нем кататься за хлебом. И все. Ничего здесь больше не нужно. Турель одна есть. Ай. Слишком плохо. Че, классный корабль. Смотри-ка, невидимка. Unvisible. Так, ну это мы так, наверное, оставим. Отсюда вроде я шел. Отсюда или дальше? Нет, дальше я не мог идти, потому что там стояла турель. Ой, пулемет. Шел я вот отсюда, скорее всего. Стоп, здесь была. Выход это теперь искай. Здесь был этот кубик. Наверное, надо сначала поулучшать все. Плохие материалы. Сделала из него добытчика. О, как вариант. Да, точно. Хотя такое тоже, блин. Будет ехать либо только прямо, либо только вниз. Чё надо-то? А, все уже улучшено. А, здесь уже с текстурами. Добытчика поставить сюда. Ну я не знаю, я как-то ну построил с буром, блин, ну я заколебался, пипец. Вверх нельзя поднять, вниз опустить тоже пришлось. Шасси вниз, ну
на самый низ ставить, а вверх задницу поднимать, чтобы он вниз чисто бурил. Ну там небольшой градус, конечно, градусов, не знаю, 20. Ну это ж тоже не выход. Тут они, конечно, не досмотрели. Разрабы. Разве что турель поставить. Вот эту как ее, добывающую. Я, правда, ее никогда не ставил, не знаю, как это работает. Надо, кстати, надо проверить, действительно. Добывающая турель и будет норм, я думаю. Бурильную турель воткни и закапываться не надо. Да, так и сделаем. У меня там вообще микрофон работает, ребят. А, отпишитесь, пожалуйста. А то я вчера стримил и микрофон отключил. Отключился. И пол стрима без микрофона. И никто не написал ничего. Хотя бы сказали, что я ничего не говорю. Работа, спасибо, брат. Ай. Так, ну здесь вроде бы все. А здесь, ага, здесь вот это. Кстати, что у нас там по добывающим турелям? Печь мы выключили. А, это здесь. Пулеметная. Это как-то шлёп. Заскузюмный надо. Сплав. Вчера я бурил турелькой на опасной планете. Шикарно. И следить за погодой не надо. Та-да. Это точно. Ни за температурой, ни за погодой. Если есть еще какая-нибудь пулеметная турель, и вообще тебе никто... Не в помеху, ни дрон никакой. В общем, добывающая турель. Надо заскузюмный или заскузюмный слиток. Таких у нас нету. И вообще нигде нету. Надо лететь только большим кораблем. Хотя, можно слетать на Скеллон. Там обыскать все. И на этот, как его, показывай, вот, и на Нингус, вот это вот те точки, куда я могу слетать. Кстати, а что здесь? Трейдинг Аутпост, торговый пост, денег все равно нету. Тупо слетать, конкретно исследовать их. Я как-то на какую-то из этих планет, либо на этой, скорее всего на этой, нашел заскузи. Его даже не было в ресурсах, вот здесь вот. А я его нашел. И так вот, в таком количестве немеренном. Загрузился вообще полностью.
Но это в прошлой версии, а в этой версии не знаю, как они сделали. Базу захвати, как правило, 2-5 руды или слитков будет. Ну как бы уже 2 захватил. Что-то было, что-то, наверное, уже и истратили. Где тут мой домик? Вот мой домик. А вот пост вот этот разломал. Вот здесь вот. И вот этот разломал. Собрал все, что можно было собрать. Может, еще на базу на какую-нибудь напасть. Это титан, да. Поселение. А вот это вот я не знаю. Это, по-моему, я вчера вот это захватил. А вот пост. Вот этот. А вот эту. Ох, дай бог память. Это тоже поселение. Что-то между ними. Действительно, может слетать? А что делать? Что нам? Кабанам. Пульки есть? Пульки есть. 150 этих. Может добавить еще? Да не, думаю, хватит. Этих хватит. Сейчас поскидываем. Все говнишко, которое не надо. На базу дронов напади. Лут с нее шикарный. База дронов. Угу, хорошо. Так, это сюда. Вот эти вот нам не пригодятся. Точно, сейчас слетаем. А что делать, ну ничего. Чуть-чуть построили. Надо же чуть-чуть повоевать. Я так думаю. Правда, там турелей много. Примерно 4-6. В основном 4 плазменные. И где-то 4 лазерные. Либо 2 лазерные. Что-то в этом роде. Так, это нам надо? Нет, это нам не надо. Надо ракет добавить. Вот. Хоть какое-то движение будет. Ракетки. У нас магния почти не осталось, но ракеты нужны. Пум. Поскольку тут выход по 6. 60 штук еще. Да, будет 100, как раз нормально. Если хватит магния. Это последний магний, больше нет. Какашки. Только база дронов еще и дронов постоянно выпускает. Хватило. 4 осталось. Прикольно. 100 штук. Хорошо. Это сюда. Здесь мы будем ваять. Сколько его? 140. 140. 140. Семьдесят. И пускай себе делают. Эти взял, эти есть. Шампусик есть. Еда. Есть. Хватит. Мишка есть. Дробовик. А, у нас просто дробовик. Тогда стоп.
Не хочу просто дробовик. Я вчера когда сделал, я забыл, что я тут переиграл чуть-чуть. Выкинем, выкинем. Винтовка. Вот усиленный дробовик. А это что? Миниган. Давай дробаш сделаем. Нет, стоп. Это ж, наверное, вот этот надо. Или не надо? Точно надо. Топливо, топливо. Ай, не сюда, значит. Надо куда-то топливо. Да в амуницию пока, да и все. Этот туда. Где тут у нас топливный бачок? Ну давай, перекидывайся, алло. Да, прицелиться нельзя. Ну и правильно. Дробовиком целиться неинтересно. Все здесь, все растет. Надо теперь выбрать место, куда поехать. База дронов, говоришь, да? С топовым лутом. Титан. Сейчас по югу посмотрим. Это не то. Титан. Хаб. Ну только вот эту брать. А я ее не хочу брать. Они ко мне так сказочно летают. Мне не скучно. Или взять ее. Этот пост я разбомбил. Есть еще тут база дронов? Или она только одна? О, дрон БС. Это что? Аутпост. Давай сюда пойдем, посмотрим. Или я вчера ее взял? Да, елки. Отмена. Посмотрим сейчас. Что тут по ракетам и патронам, кстати? Ракетки есть. Патрошки есть. Ну, как вот так. Горючка. Горючки у нас хватает. Еще закинем. Света. Скорее всего, это туда. 3 км. Нет, наверное, не туда. Или какая разница? Ну, походу, одинаково будет. Оно отсюда видно. Да, лучше по этой стороне ехать. 4, ну, 3, 3,5. Ну давай, прогружайся ты, консервная банка.
До рассвета долетим. Что в этих деревнях? Я что-то искал, кроме этих собаки такие. Кроме когтей, ничего у них нету. Ой. Лута тут особого. А, ну эту я уже взял. Еще вчера, да. Да, это мы вчера лутали. Точно она? Точно. Другой такой здесь, наверное, и нету. Единственное, что я сюда не заходил. Вверх. Думаю, здесь ничего так особого и нет. Так, а вот этот аутпост. Еще и солнце в глаза. Тоже пустой. Я его тоже разбомбил. Тихо. Так, эти туда маркеры снимать. Убрать. Не убрался. Ну и ладно. Что, придется тогда тот брать. Последний оставшийся. Можно еще, наверное, на Луну слетать. На Луне. Или этих все-таки достать. Поехали сюда. Здравствуйте. С ракетами. Да, конечно. Интересно, у него есть ракеты? Или опять какой-нибудь хлам? Как всегда. Главное обратно в корабль запрыгнуть. Да уж. Вот это я остановился. Все еще ночь. Ну и нормально. Хорошо будет турели видно. Дронов лут одинаков. Не та кнопка. Дрон с чем? С пулеметом.
Так, тут надо где-то запрятаться. Деревья. Ага, вот есть горка. Палки в низине. Немного отличается от космических дронов. Лут. Ну да, да. Там побогаче будет. У космических, я имею в виду. Так не пойдет, ребята, я тут на открытой местности. Дерево меня не спасет. Ай, камешек снес. Это какое-то укрытие. Иначе меня тут разбомбят. Ничего не видно. Куда стрелять? Сколько у нас? 354 метра. Ага. Очень хорошо. Тихо, тихо. Триста восемьдесят. Подкрадываемся. Да чтоб тебя. Мимо. А вот и плазма подключилась. Достаем? Да, достаем. Ай! Блин. Тут еще пистолетики какие-то. С этой стороны. Кто тут есть? Есть кто живой? Свет дайте. Дайте свет, а?
начинается. Так, что проще? Ой, здесь их такая толпа. Я припоминаю. Видишь, крепкие двери. Не особо, да? Я кушать хочу. Ёлки. Вот это дойдем. Винца еще. Кто там? Кто там? Да ладно, сразу три. Алло, алло, алло. Аптечку. Быстро. Покушать. Аптечка. Круто. Где ты там летаешь? Себе. А еще один. А, я не могу то голову задирать. Не могу. Ладненько. Ты где тут? Дядька. Это еще. А есть тут какая-то у них спа, ну, для респауна точка, откуда они взлетают. Скорее всего, есть. Наверное, отсюда. А мы здесь так и приземлимся. Ну, не так, конечно. Это, как я понял, ворота, да? Начинается. Ладно, не здесь. За антенну зацепился, надо же. Есть пусковую шахту ищи, в ней респаун. Ну то скорее всего там вот желтая где. Мне здесь плохо, не нравится мне здесь. Короче, начнем сначала. Сделаем чуть-чуть иначе. Так. О. Ну, вторую мы уже разбомбили. Ладно, стоп. Корючка. Сразу.
скидываем сюда. Винишко. Покушать. Все, да? Это он умер? Или он еще живой тут? Непонятно. Тихо-тихо. Все свои. А может тебя гранатой кинуть? О! Пульки не надо. Стреляли-то как стреляли. Плохо присесть нельзя. В месте установки есть какой-то объект. Да? А тут есть объект, и тут есть объект. Когда вы уже исчезнете, объекты. Ага, вот. Стрельнул и куда-то отделся. Вот он. Что тут у вас? Ага, две турельки. Чуваки. Еще одна есть. Сбоку тут меня не обойдут. Могут и обойти. Где ты там бродишь, дядька? Хочет вылазить. А здесь чего? Ага, то же самое. Этот вылез? Нет, не вылез. Турель. Я еще не вылез, она уже стреляет, блин. Еще и промазал. Ё-моё, есть пульки? Пульки есть. Винца. Перезарядка. Не успел. Всем привет и добра. Привет, Александр. Ай, Мазила. Одной пули достаточно. Все пьем, да?
еще один. Пьем потихоньку. Винишко. Каркацетели. Ай! Еще кто-то там есть. Спаунулся, наверное. Еще что-то разломал. Че, выпьем? Выпьем. Где ты? Где ты? Так, отсюда. Крыша, что ли? Походу он не может взлететь, потому что я тут стою. Или как? Прикольно. Спасибо. Пульки нам не нужны. Так, 600 осталось. Надо, чтобы хватило. Откуда ты лупишь? Это робот, да? Ага. Еще два сразу. Надоели вы, ребята. Что тут надо? Вот это надо, вот это. Как раз и похилимся чуть-чуть. Здесь где у них? Ага, вот. Откуда вылазим? Теперь на этой лицензионной версии играешь или решил эту добить? Эту добиваю, потому что я не одуплил, как перекинуть сейвы отсюда на лицензию. Спасибо тебе большое. То есть пришлось бы переигрывать все вообще сначала сама. Джетпак, давай сюда. В принципе, у нас есть, но будет еще один. Это космос. Это то, что я потерял. Мобильность. Ну ладно, будем собирать уже все. Радиация. Всех я тут все поубивал. Вроде бы да. Этого лутанул. Нет, тортик. Давай тортик сюда. Правда, есть не особо хочется. Адреналин, антибиотик. Ого, что это такое? Еще кто-то вылез. Бум, и опять упал. Это пришелец, так и шелец. Лицуху приобрел. Ну как сказать. Ну я так и понял. Потом, когда до мультиплеера, если дойдешь, тогда лицуха пригодится. Ну да. Сегодня пробовал там. На какой-то британский сервак зашел.
Вроде пишешь, что три человека как бы на сервере, а никого не нашел. Это те, которые без этих, без щитов, ну без защиты. Это что же закрыто, да? Да. Кнопочки здесь никакой нет. Это только вверх. А поехали вверх посмотрим. Что тут? Ничего, да? А, наверное, сюда пойду. В эти двери. Тут, наверное, обход. Ну, я не помню. Я один раз такую штуку брал. По-моему, я тут и остался. Ну, в смысле, не нашел ядра здесь. Тут ход. Лови. Не, наверное, мы будем с ракетами поосторожнее. Потому что вдруг придется двери какие долбить. Какие вы шустрые. Ломает двери. Там лут тоже есть. Ни разу не попал. Вот это я снайпер, мамкин. Где ты тут? Андрюша? Андрюша. Тоже пульки сбоку где-то либо сверху. А здесь так, здесь нету. Что тут у вас, господа? Тоже пульки. Сюда пока доступа нету. Да, это здоровая база. Начинаю потихоньку вспоминать. Это тот же вход. Ого. Можно же расшибиться. Значит, идем прямо, если больше здесь ничего нет. Ну да. Прочная дверь была. Вот это здание, куда я хотел приземлиться. Так это выход. Ай, бежим скорее! Где ты там, стрелок? Взял костюмчик, испортил. Винище. Надо, наверное, слиться.
продолжать дальше. Ты стой пока, никуда не уходи. Ты-то мне здесь зачем? Вот как бы вот так. Так, и где же здесь вход? Или падать надо? Давай сюда. Чего? А, это код. Он закодирован. А где ж вход был? Идем дальше. Внизу здесь ничего нету. Вроде бы нет. Может, совсем внизу? Совсем внизу тоже ничего. Эй! Ого, сколько у вас тут? Ты это, летают. В носик, в носик. Они ж так расшибут мою, мой корабль. Будут тут летать. Постоянно. Так, куда идти? Здесь все обошли. Надо только двери эти ломать, наверное. Долго, интересно, я буду ломать. Не та кнопка. Сейчас глянем. Да они тут, по-моему, лучше. Да не лучше это разобрать. 700. Это два выстрела. По 150 сняло. Как-то так. Ого. Да, я вспомнил, тут высоко должно быть. Ого. И как, и чего? Сейф? Сейф. Ой, открой! Вот это я упал. Круто. Еще что-нибудь есть тут? А, здравствуйте. Давайте на песчинке. Здоровье 10.
Кто тут? Откуда? Отсюда, наверное. О! Открывается? Нет. Но их тут много. Ладно, будем выпускать. У меня здесь гнездо. Ну кто здесь еще? Опять, наверное, какой-нибудь упоротый дрон. Блин. Стреляет сквозь стены. Пульки не надо. Да откуда ж? Не вижу. Тупо не вижу, откуда он бьет. Жесть какая. А ну сюда. Или не дрон, или турели у них тут тоже могут стрелять. Сверху. Сверху. Сейчас глянем. Я на потолок не смотрел, действительно. Так вот он где, блин. Здесь нету. Вот это он, наверное, лупил. Не? Не. А есть? Они тут покрасили все в темный цвет. И, блин, ну правильно сделали. Чтоб незаметно было. Красавцы. Так, здесь еще у нас толпа какая-нибудь. Куда прятаться? Если что, сюда. Идем дальше. О! Ребята. Консервная банка. Что там по ракетам? 70. Норм. Это походу ядро. А че я не могу убить его? Какие вы злые все. И здесь, по-моему, тоже должно быть. Да. Так, а вот и ядро. О, прямо на меня смотрит. Это я буду долго долбить. Все? Да, вроде бы все. Или не все? Не, не погасло ничего. Или погасло?
Все, да. Написали же, замечательно. Ядра больше нет. Теперь лутаем. Что тут у тебя, дядька? Нормально. Опять доски. Доски. И чё, как отсюда подниматься? Стекла надо? Ух ты! Собачки. Давай, кости. Вернее, эти клыки там, когти. Нам нужны. Это, как я понял, если я выключил ядро, выключил, так сказать, то респаун уже больше не работает. Я так понимаю. Патрошки. Не надо. Заберем. А, вот это и вот это. Тут еще кто-то бродит. Вроде уже все отключили. Лифт. Может свет включить? Не то, вот это. Еще здесь. Да, не работает. И двери уже все открываются. Ломать их не надо. Да, спасибо, Драгон. Типа, что не обходить. Ага, здесь есть лестница. Трубы, трубы, трубы. Надо? Нет, не надо. Что тут в тебе было? Меня же не лезет. Шо? Лампочки. Не надо тоже. Вот и выход, наверное. Нет, да? Давай сюда. Водородик. Так, какашки есть? Нет. Кто-то еще тут урчит. Радиация у меня, по-моему, есть. Ладно, все равно возьмем. Если что, выкину. Либо я такой любитель терять все. И забывать про все. Поэтому пускай будут запасные. Сюда ход, сюда ход. Так, кислород у нас тут есть? Нету. Дрова зато можно убрать.
Чё тут? А, 400. Ну давай. На сотенку. Нет, не хочет. На 200. Тоже не хочет. Хорошо. 50 тогда. Не хочет. 4%, алло. Сколько ж тебе тут включить? Давай 200. 300. Двадцать. 178. Количество баков 2. 178. Нет. 10, хорошо. Не хочет сливаться. Что, места нет или что? Ну вот кислород. А это что? А, кобальт. Кобальт. Так, 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 так. У тебя места нет. Так вот же ж баки. Их тут 50 лазит в ячейку. А 3 только влезло, и пум, и все. Это что, железо? До свидос. Давай кобальт возьмем. Ну, здесь так же само, да? О, здесь тоже 9. 9, ну, 200 сделаем. Не хочет. Как бы есть вот 3. А влазить сюда в ячейку 50. Странно. Это что? Железный слиток. Кобальт, железо. Хорошо, ладно, пошли дальше. Здесь чего? Выход. Здесь были, там были. Подсобирать еще этого говнеца всего. И полетели отсюда. Магния мы так и не нашли. Стоп. Надо тут что-то разобрать. А то они летают тут. Как хотят. Куда бы тебя стукнуть, чтоб ты взорвался? Глазик, надо только в глазик попадать. Больше никуда. Этот мы заполнили. Нет, еще. Ладно, хватит пока. Ну и что здесь? Откуда они выруливают, эти дядьки? Оп, отсюда, да? А здесь мы уже были. Да, были. Вон лук лежит. Металлический слиток. Надо было просто его выкинуть, да и все. Тот первый. Хотя, а чё б не забрать? Топливо нормально. Походу всё, магния нету.
тут такие еще есть катакомбы. Можно ж потом и не вылезти отсюда. Что я не хочу туда лезть. Здесь, может быть, что-нибудь найдется. Ну, здесь мы были. Это вниз. Перепрыгнуть Unreal. На улицу. Все, что ли? Вроде огромная такая штука, а не особо тут. Там были. Здесь сейчас посмотрим. Ну, это вверх. Давай заряжайся. Откуда-то же они появляются. Стою. А, это через дрона попадаю. Броняшка такая. Ну и все вроде бы. Значит, полетели отсюда на ремонт. Где моя база? Так мы магния и не нашли. Не есть хорошо, но что поделать. Теперь дроны к нам не будут летать. Да что ж такое? Что ж так лагает-то? Продолжайся.
начать раскидывать это все. Все. Да, надо же было выключить, наверное. Странная база, лута практически нету, ну да. И я того же мнения. Ну ничего, зато дроны теперь сюда летать не будут. Не понял. Это в кул. И это в кул. Открывайся, давай. Что у нас? А, у нас нету пока. Пока здесь ничего. С какого-то взял. Не заметил, как взял. Это не сюда. Это тоже не сюда. Это тоже не сюда. Это не сюда. 40 осталось. А что только 2? Не понял. У нас что, топливо закончилось? Нет, топлива есть. Интересно. А чё он ничего не сделал? Я там заказывал 70 штук. А, я забыл, наверное. Я ж поменял. Чё-то крафтил и забыл поставить. Всё. Так, теперь готово. Говорил, что надо ночью. 3. Это у нас что? БС, МС, база. Эти сюда. Тоже по 50. Части инопланетянина. БС. БС. Где он там? Стенные шкафы. А, у них доступа все равно нету. Не понял. На зелененьком спрятался. БС, база. Надо большой строить уже. Может быть, когда-нибудь будет оружие нормально. Если так много. Здесь, ага, все. Да, лута было. Это в прошлую базу я брал, вчера которую. Там 3,5 контейнера заполнил. Сейчас вот один влез. И все. Надо еще движки будут упорядочить. Это не здесь, вот это здесь. Тоже не здесь. И вот это сюда. Так, таблетки. 12. 3, 2, 3. Когти. Винишка. Вроде как все. Еда в холодильник. Этот.
готовые блоки. Ой, дюдь. Так, я думаю, еще один джетпак поставить пока что. Кстати, никто не знает, есть ли на малые, на малое судно такой же шкаф амуниции. Я что-то вчера искал, не нашел. Радиация. Потому что как бы сел и полетел, и у тебя есть все эти бусты. И можно менять даже в путешествиях. На большом-то корабле понятно, а вот на малом судне было бы неплохо иметь такую штучку. Закрывайся. Фермерство. Мяса там, по-моему, уже не осталось практически. Есть на МС шкаф. Может, ты не открыл его? На ПС тоже есть. Да, я раньше видел, но сейчас чего-то не наблюдаю. Ну, шкаф амуниции ставится на базу и на этот, на большое судно. Это мобильный конструктор. Может, я как-то пролистал его, не заметил. Кислородная станция, кислородная станция. Генераторы, холодильники. Холодильник. Это понятно. То же самое. Ну и пошли движки. Ну что ж такое-то, а? Не есть хорошо. В навыки зайди и исследуй его. Сейчас, да, сейчас глянем. Потому что уровень 25 уже. Если глянем, если не выкинула из игры. Судя по всему. Так, ребят, я небольшой перерывчик. 2 минуты. Вот он. Спасибо, Драгон.
Я думал, это зачем он типа надо? А сейчас понял, что надо. Все эти бусты туда поскидывать. И нормально. На парящем, наверное, тоже под... она открыта. Стоп. Шкаф МСПС. То есть один можно было открыть и все. Так я полагаю. Правильно? Мультитурель. Тоже нужная вещь. Это что? А, буровой модуль К2. Вот это вот, конечно, я заколебался им ковырять. Невозможно удержать на ПС-ке, чтобы он ехал вниз или вверх. Надо только прямо. Либо, опять же, поднимать попу. Короче, все открываем. Очков хватает. Пулемет. Вот плазменная пушка — хорошая вещь. Но патрошки там весьма и весьма, по-моему. Если мне не изменяет память. В смысле, стоят. Ну, уже и тебя откроем, ладно. Чисто для галочки. Здесь все. Здесь тоже все. Кстати, надо будет сейчас съездить к бурам. Да позабирать, пособирать ресурсы. Это парящее судно. Мне не надо. Может быть, когда-нибудь пригодится, пока не надо. У нас дело в том, что большое еще практически не раскрыто. Не знаю зачем. Варп. Они так и продолжают только в космосе, да, только в космосе. Только в космосе. Это плохо. Тоже в космосе. Ракетная установка. Больших летал и норм. Нормально. Ладно, пускай будет. Здесь открываем. Это тоже открываем. Ноги. Это обязательно. И это тоже обязательно. Добывающий вроде бы нет. Сто 137 осталось. Что у нас по базе? База, по-моему, уже вся открыта. Ну, ракеты тут всякие разные. Или что это? А, импульс. Гаубичный. В принципе, сюда уже летать никто не будет. По-малому все, но только большое осталось.
Зачем? Я думаю, не надо. А все равно все уже открыл, да? Да. Осталось 82. Для красоты. Все вроде бы. Вот они. Что-то тормозит. А что? Почему так? Настройки. Интересно. Что-то она скинулась. Мне пока не надо. Мясо не помню, осталось или нет. Это не сюда, это в конструктор. Мяса нет. Значит, на охоту надо сходить. Не тот. Расширяться надо еще, и тогда уже строить большой конструктор, большой корабль. Что-то я тут намудрил, или не особо? Нет, не особо. Давайте ко мне готовые блоки вот этих вот штучек. Сейчас чуть его доделаем и полетим. Какой у тебя носик был, парень? Не помнишь? Ага, помнишь. Наверное, вот такой. Да. А тут? Ну, тут, наверное, аж так же. Стоп. Своей широкой спиной прикрыла весь обзор.
Так, тут надо как-то состыковаться. Как? Сейчас посмотрим. Наверное, отсюда. Вот так. Да, вот так. Так. Здесь. Ага, здесь идет обычный куб. Что если этот сюда поставить? Не так только. А, еще раз. Вот. Здесь вот такую штучку. Здесь, здесь, здесь. Не, начнем отсюда. С таким скосом, что у нас есть? Пром. Может, вот это? Нет, тут надо вот такой вот. Так. И вот так. Вот это ноги. Вот это ноги. Где там Умика делся? Интересно. Молчит. Смайлов нету. Все-таки здесь так и было. Действительно. Не вижу. Переворот сюда. Вот. Вот так вот. Не то чтобы очень, но и так сойдет, я думаю. Так, теперь здесь. Здесь у нас... Ага. Ага. Двигатель. Ну, пускай себе будет он здесь. Или вперед его? Не, не надо вперед. Разве что вот эти поубирать. Пускай так будет. Так. И тихо. И вот так. А здесь, наверное, все-таки поубираем вот эти. Thank you.
Кислород. Да, здесь надо кислород. Пущай будет. Здесь. О, а как здесь ее можно поставить? Так, чтобы... Не, не так. Не идет. Значит, такую поставим. Ай, промазал. Вот, да, так, как и здесь. Здесь теперь убиваем. Здесь не станет, да? Или станет? Сейчас проверим. А, вот такая вот деталька. Не, некрасиво. Где ты? Есть. И сюда. Не та кнопка. Вот. Но как-то оно не то. Все равно. Здесь надо продолжить. Так, сейвимся. Сейв. Что у нас здесь? От 47, но тут норм все. Поехали дальше. Здесь, да, здесь у нас место, пространство пустое. И надо... Здесь же я улучшал, по-моему. Да, здесь все улучшено. Надо здесь еще поставить парочку вот таких вот. И сюда.
снизу еще докидать. Да, пускай так будет. Так, только не так. Вот так. Как раз, точно распределил. Текстуру. Сейчас покрасим. Текстурки. Ну, я как крашу, так это все. Уже перекрасил. Так, надо, наверное, сверху дроном, а снизу, где достаю, персонажем. Кстати, о птицах. По всему блоку. Не получается. Все здесь готово, здесь. Решеточки надо еще пару решеток сюда поставить. Там попадали не пару, а 12-14 получается. 14 решеток. Есть они вообще? А, нету. Решетки. Это не те. Не дает. Мимо. Надо, наверное, взлететь. А ну, взлетим, потом вниз. Это сделаем. Ого.
здесь все вокруг. Почти. Мамкин стрелок. Все. Решетки. Решетки. Давайте сюда. Ну и? И что ты туда не лезешь? Почему? Стоп, а что мешает? Вот этот куб, нижний, по-моему. Сейчас глянем. Не нижний, верхний. А как он может мешать? Может, вообще сбоку? Нет. То ли лыжи не едут, то ли лето на улице. Непонятно, но сюда. А, так тут... Стоп, так тут есть решетки. Вот же ж, блин, чудо в перьях. Кто-то только надо апгрейдить-то и все. Вот же ж, блин. Тормоз. Что еще сказать? У тебя стекло стоит, да, я уже понял, да, Драгон, его просто не видно, я думал, это как бы фара такая, жесть, просто жесть. Здесь такой вроде бы стоял. Так? А ну как там? Нет, обычный стоял. Обычный скос. И сразу что, в текстуре что ли? А, это просто эти, не те блоки. Апгрейд, по-моему. Пластина закончилась. Есть еще. Где-то были. Вот. А что здесь? А, нет, тут нет улучшения. Улучшили, да? Сколько они там дают? 150. А решетка? Решетка 200, по-моему, да. В принципе, воевать-то на нем не особо. Пускай будет так. И вообще не воевать на нем. Полная, да. Не особо похоже, чтобы полная стояла. Покраски. Покраски, по-моему, красила уже.
здесь покрашено. Ой, промазал. Вот эти вот разве что прыжковые. А, он был покрашен. Все равно сейчас подниматься, ну да. Как вариант, надо будет в текстурке навести. Что у нас здесь по горючке? Контейнеры. А я так и не... И не упорядочил здесь ничего. Полный, что ли? А, это много, наверное, этого. Я залезу потом сюда. Как-то должен залезть. Если бы еще перс не скользил, ничего, что-нибудь построим, чтобы залезть. И все. Вот такая креветка получилась. Не креветка, а этот водомерка. Мутант. Три? Нет, сейчас 3 метра. Раз рассвет, пойдем еще на охоту сходим. Если бы ты еще не тормозила, было бы вообще хорошо. Было же все хорошо. Что ж такое-то? Так, садимся. процентов 18%. Ну, вылез я уже, вернее, остановилась она. Четыреста. А я не взял петло. Взял все, я взял на 9 часов сразу. Бум. Врезался, что ли?
туда в сучок. Железные вон у нас. Железные где? Может включить турель на хищников? Или нет? Ладно, сейчас заберем железо и поохотимся чуть-чуть. Так, а здесь осталось еще на 2 часа. Ну, закинем еще. Чуваки сагрятся. Наверное, сагрятся. Ну и да ладно. Блин, далеко не ускакали. Наверное, проще все-таки с мотоциклом. Взять мотоцикл и не париться на вот этой хрени. У нас тормоза не особо. Не то. А, ну да, все правильно. Только Alt надо нажимать. Или все-таки сделать перерывчик где-то на часок. Сейчас без 15:07, грубо говоря. И часов 8 продолжить. Да, давайте, ребята, сделаем перерывчик. И где-то к 8 часам. 8 где-то. Вот. Продолжим строить что-нибудь, проходить игруньку. О, заметил. Брак. Брак в работе. Вот. Как-то так. Сейв. Засейвились.
Удачи и пока. Приходи. Спасибо за просмотр и за подсказки. Огромное спасибо, Драгон. Счастливо.